Спасибо. Я, значит, читаю завершение стишок, который просили. Это «Колонна», один из главных стихотворений моих, как говорится, концептуальных. Вот, из последней книги «Колонна», потом «Атлант», потом «Перекат». Так, значит, стихотворение называется «Определение дома». Жил я достаточно долго, где я умру, неизвестно. Определение дома, определение места. Все, опознать его силюсь я, запечатлеть его в слове. Я родился на Васильевском, мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует мне правильно, что мне считается домом? Дал ураган меня галсами с яростью невыносимой. В спальный мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня подчивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считает своим домом? Долго не ведал я баловень истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках, там, где для мыслей подобных попросту не было времени. Определение дома, определение племени, живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругой, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, блин, что останется комом? Кто объяснит мне бестрепетно, что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могилы. Дом мой в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит мне уверенно, что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый, этот заснеженный мысли, определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опоры. Спасибо.